Я, наверное, не смогу разогнать. Это надо прям, чтобы челы подъехали рядом и союзник рядом. Я ушел в 11, ты там еще выбирал перки. Сейчас захожу, все еще в перках сидишь. Интересно, интересно. Блин. У тебя больше 24 не назначенных? Разве? А где там написано было? Ремка еще же? А, еще ремка. Бля. Ремка. Союзник, противник и три фрага? Так? Это получается максимум? Бля, как мне это сделать? Если это невозможно. 4,6 пока. Бля, короче, ремка, три фрага, союзник и противник рядом. Как это... Это надо, чтобы все просто сошлось. Я не знаю, как это сделать. Я пока не особо... Екатерина ПВНЗ. Катюшка Тайц. Бляха, где мне найти... Ну, 140 туда поехал вообще. Сквозь. А, ну давай иди в ангар тогда. Офигевший. Нормально попадает мужик. У меня фраг зато есть. Это хорошо. Мне фраг нужен. Мне еще два нужно фрага. И потом подъехать в упор. Бляха. Зато стрик залетает хорошо, а? Мне нужно еще два фрага. Не получилось. 140, кстати, туда поехал. Но мне здесь нужно играть. Мне нужно, чтобы Чифу дали шот, и я его забрал. Охереть. Как мне его забрать? Забрал. Да бляха! Ну как? Мне фраг нужен, мужик. Бля, я не знаю, как мне затестить это, чуваки. 4-5 кд. 4-5, мне нужен фраг еще. 4-5, потом резануть ремку надо еще. 4-4 будет, когда я заберу третий фраг. Ёб твою налево. Нахер ты здесь, Екатерина, катаешься? Я тебя сейчас вы... Если тебя сейчас накажу. Не, ну Екатерина... Бля, Екатюш, стой, не умирай. Потерпи чуток. Будем мы жить с тобой еще долго и счастливо, Катюш. Катюш, Екатерин. Не умирай, родная. Надо на подкалибере загрузиться. И убить ее. Бляха-муха. И как мне быть? 4-2! 4-2! А ремку? 3-8! 3-8! Аааа! 3-8! Епа! Это я еще возле противника. Я еще фраг не сделал и возле противника не встал. Ее можно меньше трех разогнать. Меньше. Вернее, три. Подожди, ее можно 3,5 бахнуть. Я серьезно вам говорю. Да бля! Да что? Возле союза... Сколько? 4-1, бля. 4-1. Стоп, у него много метров туда. 4... Подожди. Да зачем вы убили его? Бля, я не затещу. Все, я не могу затестить, не успеваю.
4-1. 4-1, если я юзаю... Бля, не, не смогу, чувак, я не смогу затестить. Бля, там будет 3,5, я серьезно говорю. Там 3,5 секунд будет, я серьезно вам. Я не рофлю. 3,5, чат. Вот я должен быть возле союзника. Смотрите, я возле союзника. Юзаю 3,8. 3,8. Если рядом противник... Если рядом противник на союзнике, сколько это будет? 3, подожди. 3, 4, 1. 3,5. 3,5 получается. 3,5. Смотрите, 3,8. Я отъезжаю от него. 4,2. 0,4. 0,4. Если у тебя 3,8, получается 3,4 будет. Да? 3, одинаковый буст. Одинаковый от союзника и от противника. Одинаковый там процент или нет, напомните. Если одинаковый... То 3,4 получается. 3,4, что, бля? 3,4, офигеть. 3,4 КД можно разогнать, чат. 3,4 КД у 907-го, 10-го уровня. 3,4, офигеть. 3,4 можно, да. 3,4, там одинаковый или нет? Надо посмотреть сейчас. Я не знаю, или одинаковый. Подождите, во-первых, подождите. У меня вентиль небоновый, это раз, это уже процент один. Ну да, получается, не получается, 3,7, где-то 3,6 максы, 3,6, наверное, максимум. Смотри, у меня было 3,8, 3,8, считайте, 3,8 было вентиль боновый. Это процент. Наверное, 3,7 максы, да? 3,7 максы, скорее всего. Согласны? 3,7 получается. Да, 3,6 вряд ли, 3,7, наверное. Да, наверное, 3,7. Чуваки, 3,7. Я просто не так посчитал что-то. Ну, 3,7, да, наверное. Походу. Я не знаю, бля, как это затестить вам, показать. У меня эта штука закончилась. Фоновая. Надо где-то инструкции стырить.